Вроде бы обычная ферма дерева, а все так непросто. Ну, если вы играетесь просто со Steve's Cards на какой-то другой сборке, то тогда да, тогда попроще будет. И мне нужна роборука. Здесь уже к этому столику обращусь, потому что нет, нет. Сюда у нас пойдет, мне кажется, не хватит тиновых кобелечков. Вот что может случиться, я вам скажу. Значит, мне нужен электрический пистон. Нет, мне нужна шестеренка. Для нее нужен молот и кусачки. Давайте сделаем шестеренку. У меня что-то сломалось, наверное. Электрический пистон. Электрический пистон. Сюда идет тин. Ну, вроде бы все. Нет? Чего нету? Пластин нету. Вот что у меня закончилось. Пластины закончились. Доделано. Так, уберем. Надо пойти просто и тин замочить в этом. Есть. Пистон электрический готов. Да, мне надо пойти и сделать провода изолированные. Единственное, что меня волнует при этой ферме, это то, что вагонетка достаточно медленно срубает деревья. И здесь не стоит мод на запрещение спавна монстров на деревьях. Вот что меня волнует. Я не могу осветить деревья сверху, потому что иногда вот царь дерева вырастает. И я не знаю, что с этим делать. По сути, у меня есть один шандальер, который я могу где-то здесь повесить, и он будет запрещать спавн в одном чанке. Но он один. Либо ждать, что мне повезет и выпадет еще из сумочек, либо я не знаю, что делать. Вот такие у меня размышления. Я сделала сильвер. Умничка. Шла делать тин, а сделала сильвер. Готовы проводочки. Надеюсь, на этот раз я не промазала, и я сделаю роборуку. Ей, моя роборука готова. Отлично. Последнее, что сюда осталось, это вот этот контроллер. И он делается через Molten Tin. Molten Tin, Iron Plate и Redstone Signal. Redstone факел. У меня где-то есть Redstone факела. Я их точно делала. И куда-то распихала по сундукам. Вот есть Redstone факела. И расплавленный тин еще должен быть. Здесь не осталось расплавленного тина, так что мы развернем тебя. Надеюсь, ты развернулась. И закинем два слиточка. Вроде бы по одному слитку на операцию там шло. И вот так вот две пластинки, два редстоун факела. Вроде бы да, и вроде бы долго. Вот, замечательно. Одна есть, одна еще будет, если вдруг мы еще будем делать одну ферму на этой радости. Вот так вот. Та-дам! Не прошло и полугода. Замечательно, задание выполнено. Награды я забирать не буду, потому что это просто рельсы и так далее. Что теперь мне предлагают делать? Вот, к сожалению, вот этот call engine. А, это просто retrieval. А мы вот сделаем вот так вот. Та-дам! Все? Замечательно, замечательно. Что еще от меня тут будут требовать? От меня будут требовать наконец-то вот этот Basic Woodcutter, и мы сейчас его сделаем. Я к нему практически готова. Значит, берем наши пластины из Cobalt Brass. И кажется, через ключ они собираются в шестеренки. Я понимаю, что Fluid Solidifier намного круче. Я в курсе, спасибо. Как разложить эту пыльку? Мне нужна алмазная пыль, на самом деле. Вот. Small pile. То есть вот в крайний уголочек положить нельзя. Можно. А вот в этот уголочек. Все, я поняла. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Логика. Логика Грега мне непостижима. Мы с вами делаем вот такие вот соу-блейды, и потом их просто перекрашиваем в окошке. Все просто как дважды два. Прелесть. Мы еще одно задание выполнили. Вот, насчет тележки, а ее можно просто ретривнуть. Давай. Замечательно.
Замечательно. Что я еще хочу доделать своей радости? Я хочу доделать немножечко хранилище побольше, потому что, ну, у нее пока что нет никакого хранилища. Мы с вами что-то делали в этом направлении, а может и не делали. Значит, сейчас поделаем. Потому что там идет очень много дерева. Итак, я хочу обязательно сделать сайд-чест по бокам, в топ-чест, и можно еще какие-то internal-честы сделать, но начнем с сайд-честа, он мне нужен даже по заданию. Вот, и они все какие-то из вот этих стандартных элементов идут, да? Хорошо, начинаем с самого маленького, это просто деревянные пластины, разрезанные пилой. Господи, что это? Это через компрессор вот такие вот штуки. Вот это плохо. Вот это плохо на самом деле. О, 60 штучек, отлично. У меня еще есть вот пульпа. Давайте мы сюда в компрессор запихнем. Пожалуйста, поработай, поработай, дружище. Выручи меня, подсоби. И теперь вот эти пластины надо порезать, и у нас получится вот такие вот штучки. Я порежу... Они сколько получается? По две. Ну, значит, все порежу, у меня все равно получится четная штуковина. И как быстро ты режешь. Достаточно быстро, на самом деле. Достаточно быстро. Значит, в первую очередь я соберу вот этот сайд-чест, потому что он у меня есть по заданию. Возвращаемся в 32-ю эру. Вот. Сайд-чест. Вот такой вот красавчик. Здесь нужны самые маленькие, чуть-чуть больше и огромные. И также нужен чест-лок. Вот сейчас я сделаю эти чест-локи, они пойдут в сайд-чест один, один пойдет в аппер и можно один в фронт. То есть мне надо три штуки таких. Давайте сделаем замочки три штуки. Для этого мне понадобятся железные прутья и также железные винтика-болтики, которых у меня опять нет. За что? Почему всегда винтика-болтики? Почему я всегда спотыкаюсь об эти фигни? Я не знаю. И с этими красавцами ситуация поуправлена, исправлена и так далее. Мне нужен замочек. На каждый замочек... Блин, на каждый замочек идет много этих винтика-болтиков. Не исправлена ситуация. Итак, три замка. Три замка. Для этого мне понадобится три кружочка металлических. Железных, точнее. И много винтика-болтиков. Раз, два, три. Держите. Просто держитесь, инструменты. Я в вас верю. Поверьте и вы в меня. Я справлюсь быстрее, чем вы умрете, я надеюсь. Так, и... Что-то пошло не так. Где-то флешечка налажала. Где флешечка налажала? Айрон, айрон. Ага, смотрите. Здесь болтик, а здесь просто порезанная палочка. Вот, где флешка налажала. Еще раз. И еще раз прерываем твою работу. Давай, сделай мне 4 вот этих полосочки. 4 кусочечка. А я подумала, что все винтика-болтики. Вот так вот бывает. Но тогда лучше 4 делать, чтобы не оставалось у меня уже этих недоделанных штуковин. Вот, есть 4. Значит, хаммер, филя... Кружочек. А здесь нам надо заменить на вот эти радости. Все. 4 замка. Нет, нет, нет. Остановись. Есть 4 замка. Теперь забираем наши вот эти нарезанные штуковины и попробуем создать наш сайд-чест. Смотрите, сколько я тут наваяла. Прям разошлась, так разошлась. Итак, сайд-чест. Сайд-чест самый большой. Вот такие у нас уже есть. Нам нужны еще побольше. И везде идут железные... Круто, круто, много железных. Я поняла, куда я их спустила. Стоп, я могу это сделать через ассембли машин? Все, расслабились. Нет, ты, конечно, допиливай давай. Ты допиливай, не расслабляйся. Я могу через ассембли машин это сделать. У меня тут закончилась энергия. Ну, бывает, с кем не бывает. Вы же понимаете. Сейчас надо делать мне эту плашечку и... А у меня нет еще одной ассембли машин. Мне казалось, что у меня их много. Нет, нет. Сейчас мы сделаем эти штуки через нее. И какая карточка там нужна?
Карточка нужна конфигурации 4. У меня есть 2. У меня где-то должна быть на четверку настроена. Может здесь? 12, 1. Вот как всегда. 4. Ей! Победа! Итак, ты закончила эту штучку. Заканчивай уже, давай. У тебя все получится. Ставим карточку на 4 и сжимаем эти штуковины. Достаточно быстро. Что у нас получается? У нас получается следующее, large. А потом из large также через машинку, через четверку можно сделать huge, которые нам тоже нужны. Замечательно. Опережая ваши комментарии, да, я уже поняла, что можно было эти штуки, huge plate, тоже сделать через assembly machine. Да. Поздно, но поняла. Надеюсь, когда я в следующий раз их буду делать, я вспомню об этом, но сомневаюсь. Да. Не пытайте по этому поводу больших надежд. Итак, мне нужен сайт-чест, он самый разнообразный в плане ингредиентов. Вот, как-то так. Кстати, на 4 вот эти штуки ушел целый стек вот этих радостей. И сюда замочек. Прекрасно, сайт-чест готов. Также я хочу сделать фронт-чест. Это у нас идет замочек. 4 этих. Нужен ли мне фронт-чест, не знаю, но пускай будет. И также хочу верхний чест. Он делается из 6 уже. Много. Но я хочу его. Ну вот, еще 6 пластинок. И можно сделать еще один сундучок, о котором я мечтала. Каждый, конечно, дополнительный сундук добавляет вместительности вашей вагонетки, но и добавляет времени ее крафта. Вот, сюда в сторидж я запихну. У меня сейчас, смотрите, у нее модулар capacity 200. Сколько я использовала? Я уже использовала 59, да? 65, сайт-честы и фронт-чест. А, не могу я фронт-чест поставить, потому что у меня там идет моя пила. Так что я зря его делала. И, в общем, вот такая вот вагонетка. Я могу, по большому счету, еще, смотрите, сделать вот такие internal storage. У меня как раз на один есть ресурсов. Не зря же я этих замочков сделала. Вот. Внутренний storage я могу добавить. Мне и очки позволяют все. Только крафтится он теперь будет не 12 минут, а 17. Чтобы процесс крафта начался, мне надо дать ему угля. Он стек не скушает, но где-то штучек 20 вроде бы скушает или сколько-то там. И жмем кнопочку Assemble. В результате у меня полосочка Fuel будет уменьшаться, полосочка прогресса будет заполняться. Вернусь к вам через 17 минут. Ну вот, последние секунды идут, и да, это время реальное, а не игровое, это достаточно долго, 17 минут, казалось бы. И еще хотела вам сказать, кто-то мне писал по поводу того, что бойлер, если никто не забирает у него пар, то он взрывается. Нет, нет, я на тестовой карте попробовала, он где-то у меня больше получаса работал в холостую, то есть турбины стояли, пар никуда не уходил, вы просто тратите топливо. Почему у того человека взрывался бойлер? Не знаю, возможно, были перебои с подачей воды, это единственный вариант. А так бойлер от избытка пара здесь не взрывается. По логике вещей должен был бы, но нет, не взрывается. И... Та-дам! Кстати, на 17 минут ушло много угля, почему-то на 12-минутный крафт у меня не столько ушло. Итак, у нас есть наша прекрасная вагонеточка. Что я с собой возьму? Я возьму с собой 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну пускай будет 8. 8 стеков угля. Также я возьму с собой большинство bone meal, которые у меня есть. Еще насобираю, как бы это не проблема, тем более, что bone meal можно в аду насобирать, там такие костяные наросты и всякое такое. Выращивать я буду ок, вот, потому что сажает оно через одну клеточку, и не получится у нас большое дерево. Что мне еще надо? По большому счету, пока что мне ничего больше не надо, мы можем уже идти и ставить эту штуковину. Так, здесь у меня очень странный проход, мне надо сначала спуститься вниз, чтобы подняться наверх. Но у меня еще одно будет задание на много коук-овенов, и они у меня, скорее всего, будут стоять в этом крыле
дома, когда у меня будет здесь второй этаж. И отсюда трубой будет идти туда, собственно, все, что я здесь наделаю. Итак, ставим наш карго. О, я кое-что еще не сделала. Флешка такая, флешка. Нам еще нужны штуки, которые будут останавливать нашу тележку. Advanced Detector Rail. Вот что нам надо. Причем надо 2-3 штучки. Черт. Хорошо, поехали. Видимо, это будет два кусочка серии. Вы уже, наверное, это поняли, потому что разрезано непонятно. Ну, в общем, что нам понадобится? Нам понадобятся детекторы из Railcraft. Это, собственно, идут майнкрафтовые тележки, камень, прешер-плейты из двух пластин. Итак, начнем, наверное, с камня. У меня есть вообще камень? Скорее всего, нет. Так что мы его просто пожарим. Окей. Что насчет тележек? Возможно, у меня тележка где-то есть. Сейчас пошуршу по сундукам. Доделываем вагонетки в срочном порядке. Ничего интересного, просто много железа. Отлично, готово. Значит, мне нужны биты. Мне нужны вот такие вот штуки. Причем, походу, мне их больше понадобится, потому что детектор вот с этой штукой, то есть это детектор, намазанный на детектор. Это прям бред. Бредчайший. То есть мне еще надо будет 3 вагонетки. Вы уже поняли. Как сделать вот эти пластины? Это 2 пластины железа молотом пробитые. Скорее всего, можно еще как-то сделать. Но фиг с ним. Нет, мне надо их 3 штуки. Хорошо. Молотом пробить. О, молот. Молот ушел спать, отлично. Значит, это еще какой-то advanced детектор, он через сталь делается, из обычного детектора, господи. Кто бы мог подумать, что это все сложно так. Давайте это сюда выставим, хотя бы что-то. И также мне понадобится 9 red alloy. Мне их больше понадобится, но пока что сюда 9. Там у меня, кажется, железо до сих пор плющится. Ничего, ты мне еще пригодишься. И что еще? И стоун, который уже, наверное, дожарился. Ну, по крайней мере, в каком-то хоть количестве. О, ты еще долго делаешься? Серьезно? Окей, окей. Значит, тебя выставляем сюда и ждем, пока расплющится редстоун эллой. Ну вот, последняя пластинка. Отлично. Я доделала еще 3 вагонетки. Потому что поняла, что они мне еще понадобятся, но почему-то они не стекаются больше, чем 3. Хорошо, это у нас идут детекторы. 3 детектора и еще 3 детектора. 3 детектора мы должны превратить в advanced детекторы с помощью стальных пластин. Опять red alloy. Опять red alloy, да чтоб тебе хорошо было. У меня здесь как раз 9 осталось. Я его сейчас отправлю. Пускай дальше плющится. Здесь у меня уже делаются красные полосочки, красные палочки, я не знаю, как это назвать. Но, блин, оно очень долго делается. И теперь надо сделать детектор треки. Вот такая страшная фиговина. Тут, походу, требуют вроде бы стандартные рельсы. Вроде бы. Но я не уверена. Поэтому я положу те, что я нашла. Я их нашла в сундуках. Давайте еще раз посмотрим. Какие? Ну, требуют стандартные. Будем надеяться, что проканает. И также мне понадобится отвертка. Отвертка и еще что-то там идет. Кто там еще идет? Там идет хаммер. Тоже пришлось переделать, потому что у меня все сломалось. Вот, я сделала стальной хаммер. И по центру что у нас там? Вот такие wooden rail беды. Я нашла у себя в сундучке вот такую радость. Ровно 3 штучки. Это просто везение. Это я не зря обворовывала эти бедные деревеньки. Вот серьезно. Потому что сейчас это делать... Нет. И оно режется просто вечность. Вечность, чтобы не сказать по-другому. И раз уж на то пошло, мне надо посмотреть, что надо на вот эти пластины. Угу. Мне надо 6 золотых пластин, так сказать. Я не против, я не против. Скорее всего, там есть какой-то другой крафт. Нет.
просто через ассембли машин, но мне быстрее через молот. И они тоже достаточно долго плющатся. Это при том, что у меня эта штука еще до сих пор занята. Черт. Готово. Пластинки готовы. И также полосочки готовы. Палочки. В общем, палочки. И палочки отправляются сюда. Есть раз, два, три. Прекрасно. Это у нас остатки. И теперь нам предстоит сделать advanced детекторы. И это у нас что идет? Идут сами детекторы. Идет некоторое количество пластин, и также стальные пластинки идут сюда. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Прекрасно. Так, избавиться от излишков всяческих. Кажется, винтика, болтики сюда влезут. Палочки уже не влезают, и всяческие вот эти рельсовые штуковины тоже уже никуда не лезут. И эта штука также долго плющится, чтоб тебе хорошо-то было. Давай, поднажми. И я скушала весь свой пар. Видимо, работа с Redstone LM достаточно такая энергозатратная. Вот как-то так. И долго, и дорого. Вот, сплющим эти радости. Есть. Есть. Готово. У нас есть advanced детекторы. У нас есть вот эти рельсы. И нам это все надо теперь соединить. Сколько оно жрет энергии за один процесс? 6000. То есть мне батарейки здесь хватит. Ну и замечательно. Так, я тебя здесь оставлю. Надеюсь, я не забуду. Хотя я точно забуду. И для моего сетапа мне надо всего лишь две. Поначалу я думала, что надо три, но надо все-таки две. Вот. Забираем их и идем расставлять. Итак. Здесь я, наверное, просто рельсы поставлю. А здесь поставлю наш детектор. И здесь поставлю детектор. Здесь у нас синяя сторона, здесь у нас желтая сторона. И мне надо настроить эту радость. Итак, это синяя, это желтая. Значит, синяя будет работать из нашего карго-менеджера в вагонетку. Она будет закидывать у нас топливо. Топливо и боунмил... Нет, топливо даже будет закидывать... Топливо будет закидывать в двигатель сразу. А боунмильчик сейчас попробуем, сработает ли. Мне бы еще одну сторону для боунмильчика, да? Или эту штучку я тоже смогу настроить, как для этого. Мне надо, чтобы оно проезжало там. Хм. Тогда поставлю все-таки этот третий здесь и настрою его на... Вот, на bone meal. А, это я зеленую сторону настраиваю. Нет, мне надо красную. Хм. Я хотела, чтобы она вот здесь была. Здесь можно цвет переключать. Вот так вот. Я тогда тебе тоже на синюю настрою. Ты будешь загружать мне bone meal-чик с этой стороны. В мою вагонеточку. Вот. Нет. Молоточек не надо загружать в вагонеточку. Все закину сюда. Просто с шифтом, когда бросаю, оно бросается в этот слот. Я не хочу. Я хочу, чтобы в этот слот выгружалось. Чтобы в этот слот выгружалось. Один стек угля я все-таки закину. А вот это нет. И синий. Это я сейчас синий настроила, да? Теперь мне надо желтый настроить. Желтый у меня будет работать в обратную сторону. Он будет из вагонетки забрасывать сюда максимальное количество предметов и будет забрасывать в это хранилище. Потом отсюда я буду забирать. Как-то так. Как-то так. Теперь ставим нашу вагонеточку. Она поедет в эту сторону. Фиг с тобой. У нее есть прочность нашего блейда. У меня есть слоты под топливо. У меня есть слоты под фертилайзер. Оно сейчас должно проехать и как бы взять фертилайзер. А саплинги я закину сразу. Смотрите. Итак. Она сразу пошла ставить. Вот здесь она, конечно, не поставит. Ну и фиг с тобой. Она вот здесь. Угу. Видите? Видите? Я закинула максимум угля. И сейчас у меня закидывается максимум фертилайзера. Отлично. Работает. Вот. Выкидывать ему еще пока что нечего. Но он... Ты уголь выкидываешь? Нет, нет, пожалуйста. Только надо сказать, чтобы выкидывал только из своего хранилища. Вот. Все. А вот это отдай.
Ты что, без угля поехала? Глупышка, ну возьми хотя бы чуть-чуть. На, чуть-чуть возьми, потом вернешься, остальное заберешь. Она докушает, она докушает. Сейчас она сделает кружочек полный. Блин, так хочется взлететь, чтобы показать вам это со стороны. Она сейчас сделает кружочек полный. Видите, это ее радиус работы. Один блок сюда. Шаг влево, шаг вправо. Здесь оставила чуть-чуть больше места. Я не знаю, вырастут ли эти деревья. Ну, сейчас попробуем. Я возьму боунмильчика и попробую его боунмильнуть. Обратно она не поедет. Ну, вырастает дерево, ему места здесь хватает. Отлично. Отлично просчитано. И с освещением я хотела посмотреть, где она будет ставить деревья. Поэтому между деревьями я сейчас натыкаю факелов. Она всегда ставит в одно и то же место деревья. Свет не помешает, потому что вы знаете, когда там кроны зарастают большие, чтобы у нас не случилось чего. Ставит в шахматном порядке, вот так вот замечательно. Ну что ж, пускай доедет. И так как у меня стоит уже фертилайзер, он немножечко будет ускорять рост растений. Не прям так вот мгновенно, но немножечко будет. Видите, одно дерево, одна... Вот то мы вырастили, а вот это само выросло. Итак, моя радость сейчас подъедет... Кстати, саблинга хватило вот как раз. Подъехала сюда. Она загружает сейчас уголь. Все. Ехай дальше. Я не понимаю, почему она развернулась. Это только так выглядит. О, здесь дерево выросло. Смотрите, она его срубает. Сейчас она его срубит и должна вот здесь, на этой точке, выгрузиться. Смотрите, и выгружает все. Умничка моя хорошая. И поехала дальше работать. Единственное, что меня смущает, то, что на верхушках деревьев может что-то спавниться. Она не всегда вот прям все-все-все срубила и поехала. Она может снять листву и только тогда вернуться и что-то дорубить. Это особенно заметно, когда большие деревья вырастают. А пока что вот в таком вот режиме будет работать. Сейчас есть вот здесь выращу дерево. Вот здесь выращу. Пока что я, а потом она сама будет уже это делать. Вот смотрите. Вот то дерево уже не я. Она сделает кружочек. Блин, какая ты милашечка. Даже если это не самый эффективный способ... Я не говорю даже. Это не самый эффективный способ добычи дерева. Ну блин, какой же он милый, черт побери. Просто великолепная малышка, которая бегает, что-то там делает, дергает вот этими своими штучками. Просто, просто замечательно. Так, я отойду ей с дороги. Могу даже вот здесь вырастить еще деревцо. Руби, красавец. И вот это можешь срубить. Я немножечко тебе буду помогать поначалу. Конечно, хотелось бы, чтобы она не делала вот эти зазоры между саплингами. В таком случае я бы могла насадить спруса, и вот здесь вырастали бы большие деревья. Но, увы, увы, она делает зазор. Возможно, это можно как-то поправить, а может и нет. Но не буду переживать, смотреть. И все, что она насобирала, малышка. Также она сюда будет скидывать саплинги. Потом мы с вами сделаем забор снизу, и уже в нашем техническом таком полуэтажике трубы будут идти к моему сетапу производства чаркола. Возможно, там же и будет стоять компрессор, который будет компрессировать его сразу в блоки, которые будут идти моему большому бойлеру. Не знаю, не знаю. Пока что она меня полностью удовлетворяет. И смотрите, она кушает очень мало. Она, кажется, на целый круг кушает один кусочек угля. Сказать, что это много? Нет, не думаю. Мне нравится. Вот такие вот пироги. Вот такая вот милашескинная штучка у нас получилась. Правда, долго. На 2 серии. Но ничего, я безумно довольна. Напишите, как вам Steve Scarts. Пользовались ли вы им, или же, как и я, всегда обходили стороной, потому что это казалось безумно дорого, неудобно и непонятно. А на этом все. С вами была Флешка. И дерево мне в лицо. И всем пока-пока.